Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Продолжаем играть в OMSI 2. И сегодня у нас карта Украины под названием Чугуев. И в качестве автобуса сегодня легендарный ЛАЗ-695. Высокопольный автобус среднего класса, разработанный на Львовском заводе. А перед тем, как мы начнем его разбирать, в видос попадают топовые комментарии. Вот они, ребята, спасибо вам за поддержечку. А сюда попадают те, кто смотрит видосы до конца. Вам тоже большое спасибо, что смотрите. Ребята, всем признателен, всем благодарен. Итак, по автобусу. Значит, ссылочка в описании, можете скачать. Здесь имеется три варианта моделей. Значит, 965 с газовым оборудованием, то бишь на крыше баллоны с метаном. Вот здесь вот будут у нас. И также имеется еще с квадратными фарами от москвича, но у нас здесь круглые. Также я накинул для него модик «Небольшой колхоз», он называется. Тоже ссылочку оставлю, можете скачать и поставить. Он просто немножечко добавляет косметики нашему автобусу, и он выглядит так куда круче, интереснее и просто красивее. Итак, что у нас здесь открывается? Давайте откроем первый лючок. Вот, здесь у нас отсек под запасное колесо, и мы можем даже рассмотреть, что у нас там внутри. А там у нас уже худо-бедно поржавевшая рама нашего автобуса, и вот так вот у нас выглядит запасочкой. Ну, давайте ее уберем обратно. Дальше. Имеется у нас два зеркала, как мы видим. Удобно с салона. Посмотрим, вы увидите, что это круто. Также вот здесь добавляется с колхозом вот ручка, да, чтобы там стекла мыть, либо что-то еще. Вот. Дальше. Тут у нас шильдик. ЛАЗ ДАЗ. Прикольно. Но есть, это круто. Дальше. Открываем первый лючок. Точнее, уже второй. Имеются 4 колпака вот таких железных. Смотрите, не знаю, как вам. Я оставлю. По-моему, неплохо. Также туманочки и таблички. Я уже выставил маршрут. Да, сегодня 323 маршрут. Поедем мы с Малиновки. Сейчас мы здесь и находимся. Вот у нас Малиновка, да. Мы поедем в Чугуев. Рейсик будет где-то 24 минуты. Но смотря сколько я буду тут все разжевывать. Так, здесь у нас труба. Просто труба. Для чего она, я думаю, все знают. Я лично не знаю. Так, решетка. Такая железная решетка. Мне лично не очень. Не знаю, как вам. Мне больше нравится, чтобы чисто был значок. Дальше у нас имеется еще... Вот ее плохо видно, но это утеплитель. Утеплитель на морду нашего автобуса. Зимой, мне кажется, будет просто классно смотреться. С учетом того, что автобус еще пачкается. И зимой с грязью вот с этой... тема, он будет смотреться просто офигительно. Закрывай. Ну, закрой. Ну, будь, пожалуйста, добр закрыть. Вот так. Далее переходим к капоту. Здесь все очень интересно. Откроем его. И здесь у нас автобус можно запустить. 3D-моделечка нашего двигателя. Здесь все крутится, вертится, то есть это все вот проработано настолько, что да, реально оно крутится и вертится. Давайте я вам продемонстрирую. Давайте запустим его. Так, питание и запускаем. Так, что-то не хочет. О, а? Как вам? Этот звук просто нечто, просто нечто. Фонари классно проработаны. Да вообще все классно проработано, ребята. Мне вот даже, блин, ну тут на мелочах можно зациклиться реально надолго. Пусть у нас мотор пока все прогревается. Лампочка это тоже рабочая, просто я не помню, как ее включить. Как-то я ее включал. Здесь бутылка. Для чего бутылка? Не для того, что ты подумал, жалкий ты наркоша, для того, чтобы у нас обдувало все двигатель наш и поступал туда воздух. Здесь открываем, тут у нас вентилятор. Рычаг. Это тоже, чтобы не закрывалось, наверное, да? Да, именно так. Рычаг я, блин, даже не помню. Для чего. Трогать не буду.
Так, давай убираем. Не так уж и жарко на улице. Ну, хотя вот сегодня у нас в Украине неплохо так, неплохо. Так, бутылку убираем и закрываем всю эту тему. Надеюсь, я все вам показал. Дальше. Лючок бензобака открывается, да? Откройся, откройся, откройся. Короче, он открывается. Но вот сегодня не хочет, народу. Вот так. Закрываем. Закрыли. Окей. И по внешке у нас получается все. Просто он просто чудесно выглядит. Также имеется несколько раскрасок. Есть вот синенькая, есть голубенькая. Только там номера уже русские, так что смотрите внимательнее. Оранжевая, зеленая. В общем, множество различных раскрасок. Каждый найдет для себя лучшую. И модифицированных раскрасок тоже до срани там. Вот, пожалуйста, вот на сайтах смотрите, качайте, пользуйтесь вообще. Вот. Все, что я здесь использую, я оставлю в описании ссылки. Так что не благодарите. Ну что ж, а теперь давайте перейдем в салон данного автобуса. И нас встречает наипрекраснейший салон ЛАЗа. Тут просто все шикарно. Вы посмотрите только, чего стоит этот огромнейший диван. Он просто здоровый. Это, наверное, самые козырные места. Да не наверное, это самые козырные места. Ну просто кайф, ну просто кайф. Здесь у нас печечка. Если ее открыть, пойдет отсюда тепло. Форточки все, вот они, рабочие. Лючок. Также можно аварийно его открыть. Давайте я вам быстро-быстро покажу. С внешечки, оп, смотрим, да, вот. Как теперь тебя закрыть? Надо закрыть. Все, давайте застопорим, как было. Да, вы только посмотрите, этот диван, он просто здоровенный, он просто крутой. Также этот мод на небольшой колхоз добавляет вот эти вот желтые поручни, да, и этот потолок, как в лифте, двери такой раскраски. И вот здесь также добавляет стены. В общем, круто, да, реально автобус становится лучше с этим модом, так что вам советую скачать и пользоваться этим модом. Также здесь имеется шильдик. Здесь вся инфа, масса, в общем, все дела, двигун, да. И такой же шильдик, как мы видели на улице. Собственно, по салону все. Тут такой же люк точно, он также точно открывается. Вот эти плафоны классные, блин, ну вообще, автобус реально очень реалистично сделан. Я не побоюсь этого слова, это реально один из лучших автобусов в Омске. В плане реализации, в плане вообще красоты, это, да, это самый крутой автобус, серьезно, вот. Можно немножко доработать, я вам дальше покажу, в чем, что мне здесь именно не нравится. Так, давайте переходить за руль нашего автобуса и там уже смотреть. Мы попадаем за руль этого легендарнейшего автобуса. И тут у нас все вот так вот аутентично, круто, красиво, прикольно. Давайте сразу форточку. Работает. О, классно. Так, вот они, два зеркала. Можно в них смотреть, и в них все прекрасненько видно. Также здесь зеркало имеется. Салон непосредственно. А в другой модели у меня был вот здесь вот как карниз такой вместе с козырьком. Но козырька здесь у нас почему-то нету. Ну да и бог с ним. У нас имеется колхоз, я вам покажу попозже, мы все поставим и посмотрим. Здесь у нас производится запуск, точно так же, как мы запускали на улице. Уже я не буду сейчас глушить, потому что я чувствую, я потом этот автобус просто не заведу. Потому что бывает, педалечки анимированы. Даже вот смотрите на спидометре, на приборах у нас анимировано, вот воздух уходит, да. Бачок омывателя, к этой кнопке попозже вернемся, если не забуду. Так, аварийка. Проверяем, работает. Ништячок, выключаем ее. Дворники, левый, правый. Омываечка стекол. Все приборы, все четкие, просто прекрасные, аутентичные, классные. Здесь у нас даже имеется памятка, как ездить на передачах. Первая до 18, вторая до 32 и так далее, да. Фам-фам работает.
Поворотники, все. Ну, все работает, парни. Здесь даже, блин, можно даже не смотреть, реально. Все здесь, все четко, все кнопки. Вы тут все сами знаете. Я просто каждый видос объясняю. А что мне объяснять, если и так вы все сами знаете и понимаете. И пишите мне, чтобы я не затягивал с этим совсем. Что мне здесь не нравится? Мне не нравится вот эта вот штука. Чем она мне не нравится? То, что когда выбираешь расцветку с российскими номерами, здесь гривны. То есть и это не убрать никак. Ну да ладно, это так, такие мелочи, все. Я все равно только по Украине, скорее всего, буду ездить на лазах на этих. Здесь у нас расписание. Вот давайте сразу остановки посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать остановок. Здесь часы имеются. Давайте вот, вот знаете, как рассмотрим. Даже вот так, часики. Вот вся наша приборка. Все обалденно. Дальше. Это, по-моему, печка, отопитель или заслонка какая-то. Вот, блин, парни, честно вам скажу, я не помню, что это. Я не помню, что это. Ручник. Давайте опустим. Коробочка анимирована. Коробочка анимирована. Что такое вот это? Это... предохранитель. Закрываем. Здесь у нас бардачок. Открываем и достаем все, что нам нужно. Вообще достаем вообще все. И вот, собственно, наш колхоз-то и появился. Вот они, шторочки. Красненькие по всему салону, само собой. С внешечки как. Нормально, нормально. Колхозно. Вымпела. Листочек этот и градусник. Градусник, термометр. Также вот еще имеется у нас вентиль. Давайте его включим. Вентиль дует все как надо. Выключаем его. Блин, забыл. Забыл еще кое-что. Забыл еще кое-что. Вот это свет у нас вот так включается. Это аварийный стоп. Не будем трогать. Переключение передач. Опять же памятка. Так вот, для чего же эта кнопка нужна? Это дальний свет. Смотрите. То есть мне вам не показать, но это дальний свет. Также, как включить туманки? Может, кому вдруг понадобится. Вот они, туманки включаются. Вот они горят. Вот все круто. Как у нас работают поворотники? А все красиво работает, поэтому даже можно реально не разбираться тут ни в чем, не показывать вам. Ну что ж, надеюсь, я недолго все мусолил. Давайте переходить непосредственно к рейсу и будем обсуждать наш автобус. Так, ребята, все готово. Давайте стартовать. Первое. Тут надо очень вообще аккуратно, потихонечку трогаться и ездить вообще, потому что все очень чувствительно. То есть тут надо буквально немножечко тыркать педальки. Я ведь играю на руле, естественно, сегодня. Так, за проезд. За 6 гривен продайте. Пожалуйста. Дай ты, будь ласка, билет за 10. Держи. За 10. Можно мне билет за 2 гривны? Можно. Так, держи, держи. За 6 гривен. За 6. Ну и поехали потихонечку. Сейчас мы пропустим. Водителя потише ехать нужно? Да еще тише. Вы слышите эти звуки? Эти прекрасные звуки, как все трещит, пердит, шуршит и просто нахрен разваливается. Я понял, 2000 года автобус, так как написано в моде, потому что автобусы-то производили вообще вплоть до 2010 года, начали производить их в 1956 году. Это первые вообще лазы пошли. Первые лазы, вот, а вариаций было просто море, там были вариации 695Е, 695ЖМ.
N, как у нас вот. У нас вот N-ка сегодня. Также есть NG, это вот именно с газовым оборудованием на крыше, как я вам говорил. В моде это имеется. Вот. Был еще троллейбус ЛАЗ 965Т или 695Т, уже не помню. Вот, также еще 695D и D11. То есть их было просто, блин, море всяких разных. Модернизировали кучу раз, все меняли. В общем, ну, добились хорошего автобуса, как я полагаю. Чух, подъехали. Так. Дайте, пожалуйста, на 3 гривны. На. Пожалуйста. Так, все, да? Да. Так, задняя чуть не закрылась. Бывает. Все, поехали. Смотрите, как его потряхивает иногда. Это с непривычки. Раньше это я на этом автобусе частенько катался. А сейчас что-то все какие-то. Зазы, блин, коросы. Все. Зажирался, короче. Зажирался ваш старик. Так что накидайте лайков пожилому. Я про автобус сейчас, если что. Вот, конкретно вот наша моделечка N-ка, да, чаще всего она использовалась для городских маршрутов. Ну, вот у нас межгород тоже, я думаю, на межгороде катались эти автобусы, и вообще как бы по барабану. Есть, конечно, отличия именно у этой модели. То есть здесь у нас получается передняя панель кузова более высокая, такая вот более высокий лабаш получился, и козырек. И козырек. Приборы стали меньше. То есть у нас тут еще маленькие приборы, как оказалось. Ладно, мы заглохли, ничего, запустимся. Так. Давайте, давайте быстрее залетаем. И все, то у меня что-то все заглохло. Так, и что мы не хотим запускаться? Окей, а если отсюда? Ага. Ну, ребят, автобус старый, сами понимаете. Всякое бывает. Приходится иногда и с улицы запускать. А что делать? Я не представляю, что в морозы творится. Но вот зимой он смотрится куда лучше. А сейчас у нас лето такое солнечное. Но опять же, немножко тучки пошли. Вчера я катался, все было окей. Надеюсь, не будет фризов, потому что я перед рейсом пролетелся по карте, как я уже говорил, да? И я пролетелся. Так, здесь у нас такая интересная остановочка, что нам нужно побыстрее залететь, потому что смотри, как они объезжают ямы. Они их объезжают просто нам в лоб, блин. Улица Соича наша. За 6 гривен продайте. Что-то передачи здесь тоже плохо снимаются. Давайте сейчас за проезд возьмем, и опять придется запускаться с улицы. Так, держи, давай, свои деньги грязные. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, на 3 гривны. Пожалуйста. Так, все, да? Не запустится ли? Нифига, парни, не знаю, что такое. Все было окей, все работало. Ну, будем с улицы запускать, нам-то что?
Поехали. Блин, все звенит так, блин, это вообще круто, конечно. Мне нравится. Мне нравится. Можно весь день на этом автобусе кататься. Смело. Вот, собственно, серийное производство у нас пошло в 1974 году. Пихло. Бензиновый V-образный 8-цилиндровый мотор с карбюратором от ЗИЛа 130 Я-2. Водителя потише ехать можно? Можно. Можно осторожно. Вот что можно. А у нас разрешите. Хе-хе-хе-хе. Вот. 6 литров объем, а расход, пацаны, вообще зверский. 35-40 литров на сотку. Это абзац просто. Предельная скорость 80 км в час. Так. Мы с опозданием в 2 минутки, но ничего страшного. Нагонять я не буду даже. Потому что, ребята, нагонять здесь тяжело. За 2 гривны билет не продайте. Держи, давай быстрее садись. Так, здесь нам направо, по-моему. Что-то небо подзатянуло опять. Руль у нас здесь с гидроусилителем, кстати говоря. 34 сидящих места. А полная вообще загруженность, так сказать, 67 человек в этом автобусе. Но я думаю, наверное, вообще каждый из вас, ну, может, из молодых-то, конечно, не все, но вот пожилых, как я, многие из вас ездили в данном автобусе. Ведь их до сих пор можно встретить на самом деле. Водителя потише ехать можно? Да заткнись ты нахер, а! За 2 гривны билет не продайте. Спасибо. Бесячий у меня такой голос. Дякую вам. Так, все, да? Закрылись. Поехали. В одной из групп ВКонтакте я как-то, короче, наткнулся на фотку Лиаза, вот такого, фу, то есть Лаза. И в комментах начали спрашивать, типа, это где такие динозавры есть? Вот парень написал, в Зеленогорске можно встретить, до сих пор ходят по городским маршрутам даже. Я думаю, вот в качестве служебных, еще можно встретить в более-менее состоянии таком. Ну, про коллекционеров говорить не будем, потому что, само собой, коллекционеры есть коллекционеры, они на то и коллекционеры. А так вообще, он на производстве продержался целых 46 лет, это порядочно, я вам скажу, порядочно. Так, ну и чё? А, все, полный автобус. Пацаны, мы автобус полностью заполнили, походу. Тут даже дядька вон сесть не может. Поехали, мы по графику сильно отстаем. Кстати, кто вот смотрел новый сериал про Чернобыль от HBO, это HBO точнее, вот вы по-любому заметили, что там лазики, именно лазики вот ездят. Кто не смотрел сериал, посмотрите обязательно, там 5 серий всего. Ну, не реклама, само собой, какая может быть реклама HBO вообще. Можете там вот встретить такие автобусы. Опа, это кто у нас едет такой? И 93, нет?
Вроде он, я даже не рассмотрел, что-то так подвисло немножко от него. О, пацаны, сейчас уже Чугуев будет. Водителя потише ехать можно? Тихо, тихо, тихо. Вы там не орите вообще. Че вы орете? Не за 3 гривны билет. Пожалуйста. За 3 сама за 4 взяла. Тут за 3. Странно. Ну ладно. Это уже у нас Чугуев. Также на базе данного ЛАЗа выпускались ЛАЗ-697Н Турист и ЛАЗ-697Р тоже Турист. Вот. Вот, скорее всего, они-то там и были, там не именно 695, как у нас. Скорее всего, в сериале именно были вот эти автобусы. Вот. На самом деле хочется вот окунуться за руль этого автобуса, вот на себе прочувствовать вообще вождение советского автобуса, так сказать, на своей шкуре. Да хотя бы просто в салоне проехаться, вот просто в толпе вот этих людей. Это же круто, это память навсегда останется. О, сейчас мы ребят нагонимся. Что такое прикольное? Ну тут все, леса, поля начались, да, реки. Слева, конечно, так себе видок, но давайте смотреть вправо. Дорожка, конечно, так себе, отряхивает. Речка. Красота. Вписывается сюда автобус вообще и просто идеально вписывается. Это за свет пошел, это от воды, скорее всего. Так, давайте берем. Ну и по классике, парни, кто не смотрел прошлое видео, уже Чугуев. Кто не смотрел прошлое видео по аннотации, плейлист с видосами, смотреть, не пересмотреть, тоже давайте. Ставьте лайки там, все дела. Ну, мне нравится автобус, мне нравится игра пока что, потому что, честно вам сказать, от Евротрака я подустал, я уже говорил про это неоднократно. Но все равно, он никуда не денется, играть все равно не во что, а играть во что-то хочется. Во что-то хочется из симуляторов. Так что стримы будут все равно. Видосы, возможно, какие-нибудь. Я что-нибудь. Давай билет на 8 гривен. Нихера ты накидал мне по 50 мелочи. На! Что-нибудь мы с вами придумаем обязательно. Блин, серьезно, я бы вот ездил на нем весь день. Как-то я пытался, кстати, стримить на нем, но что-то у нас тогда не пошло, даже не знаю, есть запись или нет. Тогда что-то у нас произошел конфликт в ОБСке и ОМСе. После этого как-то я решил, что ну его нафиг. Но тут вина была не автобуса. Так что не думайте там, что автобус плохой, автобус-то чудесный, прекрасный. Дайте, пожалуйста, билет за 4. Спасибо. Пожалуйста. За 6 гривен продайте. За 6. Блин, ребят, к чему так нос чешется, а? К Бухалову, но мне бухать нельзя. Я же водитель советского автобуса.
Я надеюсь, вам видосик этот зашел. И я очень надеюсь, что вы уже поставили мне лайк. Я буду что-нибудь еще снимать. Так, у нас выходят. На самом деле, вот, наверное, проехав рейсик 2, ты уже к нему привыкаешь полностью. Ты начинаешь уже его чувствовать. Вот даже сейчас я еду, я уже примерно представляю, что меня ждет. СХАР. На СХАР тоже надо как-то будет слетать нам с вами. Так, тихо. Здесь неудобная остановка, пассажиры тупят. Порой, да? Мне билет за 10. За 10. Держи, братан. Так. Все, сдача твоя. Нифига мы с вами не нагнали расписание, ну ладно. Мне билет за 10. Да что вы там, еще не все, что ли? Че сегодня за движуха такая? Вчера ездил, блин, мало народу было. Держи. Сегодня прям вообще, ты посмотри, полный автобус забили. Все 67 человек уместились, наверное. Так, сейчас будет горочка. Как думаете, заберется или нет? Давай вторую. На вторую, мне кажется, заедет. О, можно третью слушать. А вот на третьей мы уже начинаем задыхаться. Но тянем. Не, ребят, давайте вторую. О, первую. Давай, пошел. Вторая. Ну, вот так вот. Не всю гашетку будем жать, а так. Не дожимать немножечко, и все будет окей. О, можно третью. Сейчас я вам покажу еще одну темку. Опять же, мега реалистичную. Давай, роднуля. Забирайся. О, какой силач у нас, молодчага. Старик-то может еще. Вдохнули стариковской пыли, ёпта. Вот так вот у нас лосей стригут. Все по плечу. Ручничок, а то здесь улетим. Мя. Спасибо. Не за что. Так, давайте. Заходим, проходим. Надо нагонять. Да блин, если бы не оплата, мы бы это нагнали быстро, но так мне приходится тут из-за кондуктора впахивать, из-за водятела. Так что, ребята, вот такой у нас красавец сегодня, мега крутой автобус. Погружаешься просто в жизнь Советского Союза. Так, нам налево. Так, у нас главное получается. Что-то нас. Водителя потише ехать можно? Сейчас выйдешь, бабуля. Ёлочки. Что-то я соскучился уже по зиме в Омсе. В жизни не очень сильно, конечно. Райсовет. Ну что, вот разве не Советский Союз? Еще какой Советский Союз, блин. Дайте, будь ласка, билет за 3. Дякую вам. Да, садись. Держи. Будь здоров.
Ладно. Сбербанк справа. Е. Так, райсовет, райсовет, следующее. Все, конечная, пацаны. Следующее у нас уже конечная. Да, немножечко мы не попали сегодня туда, куда надо попасть. Но тем не менее, нам это простительно. Тем не менее, мы ведь доехали. Доехали. У нас все-таки автобус старенький, уже дедушка. Но может дать жару так, что только пыль столбом. Разные колхозы есть, можете поискать, реально. Вот я ничего оставлять не буду. Оставлю только то, что я здесь использую. Можете там сами все найти, поставить, покрутить, посмотреть. Мне хватает вот этого. Модификации вот этой. Здесь, кстати, двери нету. В других модификациях есть дверь. Так, немножечко провисает, но это нормально. Чугуеве это нормально, ребята. Потому что объектов много. А игра не оптимизированная Г. Так что мы прощаем. Вот, собственно, наш вокзал чугуевский. Да, ребят, жаль на самом деле, жаль. Года идут, технологии на месте не стоят. Да, автобусы советские все уходят и уходят, пилятся на металл. Жалко это все, жалко. Но Лазик, Лазик, он навсегда в нашей памяти, в наших сердцах. Это, ребята, легенда. Легенда всего Советского Союза. Вот наш отстой, мы приехали. На печальной ноте мы с вами заканчиваем данный видос. Я надеюсь, он вам понравился, потому что лично мне зашел. Что я забыл, вы уж меня простите, не серчайте. Ну что ж, а я тогда с вами прощаюсь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Вы вообще лучшие. Все, кто меня поддерживают, смотрят и лайкают. Спасибо вам, ребята. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Там анонсы видосов, анонсы стримов и вся остальная информация. Также можете там задать вопросы и все остальное прочее. Наводим там актив. Кому нравятся симуляторы, выживалочки, бродилочки, можете смело подписываться на мой канал и активное участие в развитии принимать. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в новых видео и трансляциях. И ну и давайте по классике. Кодовое слово просто ЛАЗ. Я добавлю в ваши комментарии в следующий ролик. Всем всего доброго. Всем удачи и покеда.